Вот судьбу Украины решают не украинцы. Говорят какие-то аналитики. Вот что соглашаетесь с иностранными аналитиками? Если вы действительно политолог, если вы действительно отражаете волю нашего народа, спросите у людей. 70% не доверяет президенту, 75% Кабмину, 80% не доверяет Верховному Совету. Спрашивать надо свой народ. По одной простой причине. Даже в Конституции записано, что это основной носитель власти. И поверьте мне, я не знаю, о чем говорит Вадим. Вот вы говорите, заработает, не заработает. Вопрос, какую политику проводит наше правительство и вообще вся вертикаль власти? Мы полностью утратили свою независимость. У нас полностью страна попала под внешнее управление. Мы слушаем Байдена. Зачем вы пишете в секретариат Верховной Рады? Звоните сразу в Госдеп. Они вам точно скажут, будут ли выборы, есть ли коалиция. Звоните в МВФ, узнаете, будут ли у нас реформы и будут ли у нас деньги. Мы потеряли все рынки абсолютно. Нами полностью управляют извне, и это основная наша проблема.